Ну что ж, звездного времени суток, дорогие граждане. Я вас приветствую на нашем сегодняшнем стриме по Star Citizen. И сегодня мы с вами продолжим тестировать ПТУ. И хотелось бы много чего еще проверить, но в первую очередь хотелось бы проверить все-таки физику на Орисоне. Дело в том, что есть кое-какая информация, которую уже успели ребята разместить на Reddit. Хотелось бы это все воспроизвести, перепроверить и понять, насколько это реально будет работать у нас с вами. Ну что ж, кто к нам сегодня присоединился? Майк, Street Club Gaming, Кивок, Саенко Савелий. Кстати, Савелий давно к нам не заходил. JR2055, Данхил, The Evil One, Фредрих Лиц. Ребят, приветствую всех, всем приятного вечера. И мы с вами приступаем. Сейчас, только одну минуту. Профессор тоже с нами. Привет, друг. Ах, да, друзья. Немножко, можно сказать, что удалось поднять фреймрейт. Сколько он у меня сейчас? Вот, 27. Ну, в принципе, нормально. Итак, первый вопрос. Смотрели ли вы наш свежий дайджест новостной? Надеюсь, вам понравилось. И не забыли высказать свое мнение под этим видео. Вторая новость, возможно, даже будет вам очень интересная. Так вот случилось, что релиз Odyssey или Dangerous на консолях отложили на неопределенное время. К сожалению. Вам это ничто не напоминает? Ну ладно. Так, кто у нас еще? PowerX, привет. Сергей Пархоменко, тоже приветствую. Мэш, падай сразу с балкона, проверять физику. О, ты, блин. Физику ему таким образом проверять. Да подожди, давайте листочки посмотрим, как они тут падают. Мне вот интересно. Так, надо где-то найти место, где падают листочки. Где много падает листочков. Нибулус, привет. Релиз чего отложили? Релиз Одиссеи? Тим, релиз Одиссеи отложили. Ну или Dangerous Одиссеи на плойку. А, нет, листочки таки падают и отлетают, да? А ну дайте посмотреть. Как писали знатоки, нельзя сравнивать гражданина и элиту. Элита уже вышла, гражданин нет. Да. В общем, какие-то листочки, я так понимаю, цепляются, а какие-то пролетают. Вот. Ты так говоришь про Odyssey консоли, так как будто это твое разочарование года. Ну, была же надежда на то, что Крис будет быстрее развиваться. STMF, привет. Так. А так неудивительно, она на ПК еле идет. Они пытались разными рычагами отрегулировать, но не получилось. Зато многие считали, что это делается на раз, два и готово. Абсолютно верно, Дим. Походу, фронтиры тоже думали, что это делается раз, два. Они что говорили? Давайте вспомним, как говорил раньше Брабан. Брабан сказал о том, что для нас не проблема добавить ноги. Для нас проблема создать контент для этих ног. А получилось, что создать контент для ног, то оказывается и не проблема, а вот создать сами ноги. Так, Сычлав, какая плотность твоего тела? Блин. Проверяем. Кто я знаю, какая у меня плотность. Я думаю, сам Брабан не знает, вышла у него элита или нет. Я считаю, наверное, вышло. Так, что у нас тут?
Кстати, картинка плавная, ребят. Значительно плавнее, нежели было в первом, на первом стриме. Вот, листочки цепляются. Безобидно фанаты ЗГ ищут соринку в других играх, в своих глазах бревно не завидят. А, догобит никаких нету, мы вообще никого не трогали. Ты зайди на ДТФ и почитай, когда люди начинают сравнивать, рассказывать о том, кто умрет и кто погибнет после релиза. Мы-то, как никто, знаем, что такое геймдев, да, ребят? И, ну, по крайней мере, как со стороны участников... участников раннего доступа, хотел сказать. Ну, ранний доступ, наверное, наверное, все-таки неправильно применить Star Citizen, но как участники создания нечто более глобального, нежели другие могут это себе позволить, либо отсутствие желания некоторых сделать что-то более глобальное. Так, ну что, листочки облетают. Видели? Цепляются даже. Такие работают. Прекращайте уже. Элита вышла очень давно и доступна с 84 года, имеет кучу версий DLC. Так. Со стороны инвестора, да. Нужно иметь обе игры. Согласен. У меня вот обе игры. Когда я хочу что-то, какое-нибудь разнообразие, я, например, могу зайти в элиту. Если мне, например, элита уже надоела, я могу зайти в No Man's Sky. Иван, если физика на Райзене, звучит как название к порно. Я так понимаю, речь идет о фильмах 18+. Так, 20 сантиметров в секунду, ага. Так, окей. Я еще хотел кое-что проверить. Еще одну физику. Для этого нам надо будет сесть и перелететь, взять корабль. Айзекс, привет. А, не успел. Есть новости по Squadron 42. Ну, слушай, все новости, которые, которые есть, имеются, я выкладываю на YouTube. Ты можешь, в принципе, зайти. Вот буквально вчера был новостной дайджест, посмотреть. Там действительно есть немного информации по Squadron 42 и их, по поводу того, как, точнее, что было сделано ЦИГами за месяц. Вообще, я бы больше все-таки ожидал информации по Squadron 42, либо к рождественскому событию какое-нибудь, либо все-таки в ноябре месяце. Но было бы круто в ноябре это, увидеть хотя бы хоть какую-то информацию, хотя бы на минут 15-20 по Squadron 42. Я понимаю, что Крис все-таки принял решение больше не спойлерить, да? Вообще, в принципе, не затрагивать вопрос с Squadron 42, но все равно можно же сделать исключение-то. Круто. Так вот, пойдет. Не рано, привет. Так у меня тоже две игры. Правда, Одиссея я не покупал, но элит у меня на игру на 5 часов. Это большинство валь тебе, смотрю фильм какой-то. Благодаря мне, наверное, да? Тиранозаврус, привет. Вчера было обращение Брабана на форуме. Срок консоли перенесен на неопределенный срок, пока все... Поправить на ПК, на данный момент пилят патч 6. Ну, Кубус, да, мы в курсе об этом. Спасибо большое. Мы как раз этот момент немножко обсудили. А что значит наплевать на Squadron 42? Не наплевать. Лично мне не наплевать. Проверь, главное, какая гравитация на планете. Есть ли кислород, какая температура. Ну, слушай,
Проверить, какая гравитация. Ну, как я проверю? Я могу выпрыгнуть и улететь вниз. Мы это уже проверяли. Последний запуск 24 сентября 2019 года. Запускал, наверное, последний раз благодаря тебе. Покупал ее раньше, не помню даже когда. Вот. Теперь меня себе Прок обвиняет в том, что он из-за меня купил элиту. И он в ней разочарован. Ага, сейчас, секунду. Так, не пройдешь его один раз, может быть 5. А дальше что? Дальше? Слушай, ну... Power, лично как по мне, я очень хочу погрузиться в сюжетную версию мира Star Citizen. Посмотрим на одно из двух. Либо там реально не хотят спорить, либо там все идет по заднице. Да, я думаю, там, скорее всего, проблема в том, что команда Криса могла испугаться ситуации с киберпанком, которая произошла. И конкретно той проблемы, с которой столкнулись Реды. В элитку круто в VR играть, но вот в FZG завезли, было бы круто. Но разрабы там писали на Спектруме по этому поводу, что как только они завершат работу с Вулканом, ну, я так понимаю, они могут переключиться на работу с этим, с VR. Почему черный экран? В смысле черный экран? Бейс. О чем речь? Сюжет — это вселенная, где ты с утра до вечера на огороде выращиваешь огурчики на Терре. Такс. Теперь я хочу взять... Давайте отправим на... Сейбер давайте возьмем. Гар 8. Так, ангар 8. Стейс, если у вас черный экран, попробуйте сделать проще. Обновите страницу. Как вариант просто. Да тут еще может быть момент, Андрей, привет, кстати. Тут еще может быть момент в том, что у ребят стоит AdBlock, и AdBlock иногда такой выкидывает фишку, особенно если это опера. Меня вот интересует, а как много добавят контента и миссий в игру? Игра довольно долго создается. Тогда должно быть очень много миссий, просто гора контента при релизе добавить. Но они будут это сделать следующим образом. Тони Зурек нам уже показывал, рассказывал, как это все будет создаваться. Система Квант, как будет взаимодействие NPC и игроков. Те же самые динамические ивенты, события. В общем, ждем, ребят. Все это мы ждем. Савада, привет. Сергей, тоже привет. Привет, Рут. Волшебные алгоритмы Ютуба не дали узнать, что произошло нового в Star Citizen. Пан Фьюри, спасибо за фоллоу. Как же ж меня достал этот... Как же ж меня достал этот YouTube со своими алгоритмами и со своими проблемами. А, я понял тогда тебя.
Корабли в атмосфере летают как утюги, смотря в какой атмосфере. Насчет утюгов не согласен. Здесь все нормально с физикой. Хотелось бы, конечно, лучше. Но на данный момент пойдет. Как думаешь, когда починит миссис Ориджина? Слушай, его знает, когда его починят. Там они хотят ее разнообразить, насколько я знаю. Женя, как думаешь, когда цену на Таурус дадут? Я думаю, на лайве. Когда патч будет выходить на лайв, тогда и дадут. Вон они говорили про прыжковые двигатели. Это значит, что корабли с такими двигателями могут перелетать в другие системы без прыжков, без прыжковых ворот. Ах, прыжковых ворот. Я не думаю, что будут корабли, которые смогут прыгать без прыжковых дыр. То, что не все дыры прыжковые будут нам известны, это факт. Мы будем их искать сами. По FPS я могу вам ее... Могу вывести вам FPS. Евгений, ваше вангование про нулевую итерацию сервер Мишинга. Именно будет ли она кривой, как и все на старте у гражданина Цига? Да, будет. Последняя планета осталась только Крусейдеры. Переходим в новую систему. Что будет в Крусейдере? Что будет на Крусейдере? Какой город? Так вот он, Орисон. Иван. Вот же он. Мы же на Крусейдере находимся с тобой. Воу! Спасибо, Бейкер. Игнат, 1500. Немного физики от Николы Тесла. Ох, Игнат, спасибо тебе огромное за донат 1500 рублей. Спасибо, дружище. Ух ты, как несет корабль. Спасибо, дружище, за твою постоянную поддержку. Огромную поддержку. Мелкий FPS лучше через GeForce. Давай через GeForce. Ну что, ребят, вот вам, мне кажется, и ответ, заскриптованы ли эти флаги, или это реальная физика. Как вы думаете?
кого Сукарака предназначен просто для выхода в космос или как-то стыковочный узел планируется? Стыковочный узел там будет. Там в районе правой стойки у Сечлава есть датчик мгновенного ускорения, но, как я понял, он не показывает статическую гравитацию. Нет, он не показывает. Это на этот момент именно та гравитация, которая на нас на данный момент действует. Ну что тут, завезли физику? А вот смотри, как тебе такое? Видишь, я флажок придавил. Так что, ребят, то, что двигаются флаги, да, или это стяги, наверное, да, скорее всего. Вот. Они двигаются от реального ветра. Так что здесь физика работает. Вы это видели? Привет, привет тебе, Серега. Флаги не проходят сквозь текстуры. Не проходят. Смотрите. Смотрю, я немного удивлен. А я, знаешь, как удивлен? Я тебе честно скажу, Яр, я вначале думал, что это скрипт. Видите, а вот тут прошли текстурки. Сейчас попробуем. Ну, вот честно скажу, нету. Вот сейчас я форсаж жму. Не работает. Вот здесь не работает. Я вспоминаю ДМСК-42, разгерметизацию и как порхала пленка от воздуха. Да, я это тоже вспомнил. Еще знаешь, что вспомнил? 2019 год, когда нам показывали на Ситизенконе, тоже как они вот эту материю накладывали на корабль, как она сползла. От корабля еще нет эффекта ветра. Вот. Так, окей. Что мы можем еще с вами проверить? Ставр, я об этом говорил в начале стрима. Так что ты опоздал захейтить эту идею. Ну и ладно, сделают еще. Конечно, сделают. Так, а еще был вопрос про выдаваемую солпами пыль под кораблями. Вы тестили? Нет.
как новая система будет называться. А, ну, тут два варианта, либо Pyro, либо Nix. Приветствую, Руми. Как это, Орисон? Это новая посадочная платформа, точнее, новая зона посадочная, город в облаках. Выгнали меня оттуда, не дали мне возможность там пролететь. А если прострелять по флагам, или ответка сразу прилетит? Это зона запрета огня, здесь нельзя стрелять. Будут ли у меня текстуры деревьев? Посмотрим. Честно сказать, движок и так загружен, точнее не движок, а сервера. Поэтому... Где-то другой в карму поиграть можно. Да вот здесь можно прям поиграть, я думаю. Погонять. И посталкивать друг друга. Вот здесь можно гонки устроить какие-нибудь. Так, давайте я уберу эту табличку. Текс. Привет, скажи, можно где-то найти твои профили NXT, Hassas, может, в Discord, или используешь ли ты педали? Педали я не использую, привет, дружище. Без проблем, можешь зайти в Discord, у нас есть TechPub. Дерни, пожалуйста, либо Лекса, либо Коломийца, они могут тебе помочь. Ну, мне помогал Лекс с настройками и со всеми профилями. Вообще, джойстик я буду еще переделывать, поскольку с выходом этого патча у нас там появляются очень много новых дополнительных функций, в том числе капаситоры. Плюс еще с ракетами там всякие фишки будут. В общем, надо будет перебидевать джойстик. Что в сервере Discord можешь узнать. Кстати... Они не продают набор для гольфа с крикетом зарял. Как циги могли такое пропустить? Они крикеты продавали в свое время. Город выглядит круто и очень реалистично. Деревья в облаках качеством 360 дней очень выглядят. Но... Я готовлю, кстати, обзор на патч. Я уже сел. Я единственное еще не принял решение, сделать ли обзор отдельно Орисона и всего патча, либо все-таки все вместе сделать, слепить. Будете смотреть видео где-то на 20 минут? Так, я сейчас, наверное, возьму, попробую еще таким вот образом сделать. Мы с вами тогда начинали эти тесты? Сделаю возможность справить нужду, стоя на краю, смотря в бездну. Вот это будет фишка. Ребята, проверь падение листьев на корабль. Думаю, будет все не так гладко. Мы на персонажа уже делали.
Делаю общий ролик, посмотрю с удовольствием. Да, и на 2 часа, да. Понял. Газовый гигант с малой массой, обладающий пригодной для дыхания атмосферы на больших высотах. Это была идеальная ситуация для производителя Crusader, которые теперь занимаются плавучими платформами планеты, чтобы построить массивные корабли, такие как Starliner. Из описания планеты Проборской Синдуса. Да, там очень много полезной информации, если поискать. А, я думаю, я падать не буду. Это не точно. О, есть идея. Выключил движки. Падаю. Я движки вырубил. А ну, давайте вырубим полностью корабль. Ну, не так быстро, конечно, но падение есть. Сейчас бездна порой в лифтах появляется. Ну да, есть такое. Скажите, а как нам без шлемов дышать на газовом гиганте? В верхних слоях атмосферы есть воздух. Так, у тебя FPS прям так хорошо видать. 4 дали в углу, ничего не видно. Прям мизерно. Ну, давайте. Вам вернуть FPS? Оу. Так, а с выключенными двигателями планировать можно? Ну давай включим. Ну я думаю, это, если я сейчас включу, он должен зависнуть, по идее. Но это не точно. Нет, он падает. Или нет? Не, он завис. Он завис за счет растеров. За счет растеров, ребят. И он висит. Включенными двигателями он висит. Да, вот растеры включены у него, видите? Полетели! А это скорость падения, так до завтра будем падать. Давай разгоняйся. Если мыслить категориями только Солнечной системы, то да, странно. Только вот остальные системы нам так как-то не очень доступны. Это будет долгий стрим. Очень долгий. Вот KSP-man, я буквально недавно смотрел ролик Riddle, да, по-моему? Вот они хорошее видео сделали. Взорвался. Вот, хорошее видео сделали касательно того, что будет, если зажечь спичку на газовом гиганте. Там, кстати, они рассказывали о том, что... Есть газовые гиганты с кислородом. О. Вот это меня достало. Так, нажми V, и он не будет висеть. А ты мне же этот растер отключить или что? А, этот V, я понял. Речь о пикапу. Сейчас сделаем это, Юр. Я об этом не подумал. Ничего там кислорода нет в свободном виде. Где-нибудь, наверное, в паре пара. В виде пара воды. Кто ж его знает, ребят.
нас имеется информация только в рамках нашей Солнечной системы, и то не вся. Когда-то наши предки считали, что планета плоская, является центром Вселенной, и вокруг нее крутится Солнце. А, Аква, привет. Вы что, блин, сговорились, все на этот, на Twitch перебрались? Да у нас сейчас считают некоторые, что планета плоская. Да? Так. Черепашку хочу вызвать еще одну. Свободный кислород на газовом гиганте? Ну, стримерам нужно проверить. Для начала стримерам надо оплатить дорогу в сторону газового гиганта. Да не-не-не, Аква, я шучу. Просто шикарно. Майнинг сломан, не пробовал. Ну, в прошлом патче было все нормально. На лайве, по крайней мере. А что касается этого патча, даже не начинал. Я тут удивился, мальца. Певец Юрий Лоза так считает. Сделал уже 3 видео. А, не понял? Ну, ладно. Не будет ничего от спички, как минимум задолго до этого все молнии выжгут. Тут не чат, а консолиум астрофизиков. Но мы с тобой когда-то, Яманович, уже на эту тему говорили, особенно для людей, которые любят погружаться. Мне больше всего понравилась ситуация, когда циги продемонстрировали на примере Хаммерхеда систему питания кораблей, как это все будет работать, как это будет выходить из строя. Вот. И тут срочно же нашлись электрики, которые начали им рассказывать, как, что они не так делают. Вот это вопрос спорный, но вот сопромат плачет. Любой ветер такие конструкции просто разорвет на части, а тем более на газ-гиганте. Ну да ладно, игровые. Ну, все условности, игровые условности, ребят. Про плоскую землю, Жень. Юрий Лоза снял 3 видео, а во втором предложение написал, поэтому, наверное, не увидел. А, я понял. Я понял тебя, Дим, все. Но вот Брэнсон попытался проверить, что Земля не плоская, подлетел, стукнулся о небесный свод и сел обратно. Так что неоднозначно все. Ну ладно, слушайте, прекращайте, блин. Он смог. Он смог. Молодец. Вот реально, у человека была мечта, он ее реализовал. И тем более он этот полет все-таки посвятил своим родителям. Молодец он. Что могу сказать? Да, кстати, касательно стримов, смотрите, ребят, если фрактал, ну, системник, приедет завтра в первой половине дня, то, возможно, завтра стрима не будет, потому что я заберу стрим-машину на переукомплектовку, да, назовем это так. Вот. Сейчас, секунду. Какого черта? Если системник придет во второй половине дня, то стрим будет. Значит, не будет стрим на следующий день. В общем, они мне пообещали, что стрим, этот фрактал мой должен прибыть завтра. Вместе со всеми кулерами. Интересно, когда РС выйдет, то модельку тоже поставят возле Меркурия и Геркулеса? Да нет, я не думаю. Текс. Меня еще интересует один корабль. Uh,
Так, ангар 07. Давайте узнаем, насколько крепка наша черепаха. Да, в теории может быть что угодно. А Яр уже убежал? Сканеры на ней запустили для отдельного члена экипажа. Блин, ну для этого надо человек будет. Чтобы это можно было проверить. Можно самому сесть. Ладно. Модельку запросто могут заменить, а могут просто потом добавить в закрытом на текущий момент области, например, инженерис куда-нибудь в зал гражданских полетов. Ты имеешь в виду расширить площадь? Ну да. Привет, я планирую взять 800K. Дай свою оценку как давний обладатель. Илья доволен очень именно этим процессором. У меня к нему вообще нет никаких нареканий. А вот то, что у меня греется до 81 видеокарта, надо что-то делать с этим. Наверное, попозже докупить кулера. А возможно переехать... холодильник стримить. Там еда рядом. You are clear to launch. Там драма, что щиты переделали. И оружие тоже переделали. Да, вот правильно Evil пишет. Много чего переделали. У кого-то забрали щиты, у кому-то добавили щиты. Я просто не могу понять реакцию сообщества по этому поводу. На что они рассчитывали? Что цыги не будут трогать корабли? Так это у них прямо в дисклеймере написано, что они могут изменить. Чего расширить? Я имел в виду, что на Орисне сейчас много какие двери закрыты, в том числе и к залу посадочной авиации, или это правильно называется. Ну, Дим, я же об этом и говорю. Ну, расширить за счет того, что открыть те закрытые двери, дать доступ. Так же самое, как это было с больницей. Больниц нигде не было. Ну как, были только двери, да, в больнице, но туда никто не пускал. А сейчас уже появилась такая возможность на New Babbage, например. Где 700 буду покупать. Я вот хочу другое сделать. Я хочу дождаться, чтобы вышел DDR5. И в зависимости от того, каким он выйдет, если он выйдет таким, как DDR4, ну там... 10-15% производительности, я его скипну, но возьму топовое железо под DDR4. Ну, тот же самый 11900 и материнку под него. Я уверен, мне этого хватит минимум на 3-4 года. А там уже как раз к этому моменту DDR5 должен стать более или менее лучше. Лайв 15 июля. Нету даты лайва. Но мы все ждем. У меня ГП тоже 78-79. Это жара всему виновата. Ну, надо... Блин, опять интернет шалит. Чтобы удерживать эти конструкции вместе, нужна система прогнозирования погоды. А это может отнести к ИИ, который по лору запрещен. Кто ж его знает, какие там технологии в 30 веке? Андрей Закрецкий, привет. Менторы страшно летают. А визуально что-то заметно с облаками? Лично я не обращаю, ну вообще не обратил внимания на все это дело. Ну, для меня ничего не поменялось. Женя, убери, пожалуйста. Убеди меня, пожалуйста, ставить Котлазрет и не обрейдить его в Таурус. Вот. Нездорово чешется. Слушай, ну, я тебе ничего не могу сказать по этому поводу. Вот вообще, совсем, честно.
Тем более ты сейчас вторую Таурус не апнешься, его нету в продаже. Ну, по крайней мере, не было, когда я проверял. Приветствую. Не подскажешь, как починить корабль Star Citizen? В космопорте выбираю починку и заправку, нажимаю Confirm, и ничего не происходит. Анатолий, к сожалению, есть такая техническая проблема в Star Citizen. Привет тебе, дружок. Попробуй полететь на другую площадку, там попробовать отремонтироваться и заправиться. Это как-то странно, тебя не отваливается Twitch. У Twitch идет другая трансляция. Точнее, у него свой поток Twitch. У меня стрим-машина выполняет две функции. Она стримит и выполняет функцию сервера для стриминга на Twitch параллельно. Так что есть смысл иметь два ПК, если ты стример. 20 можешь смело идти. Ну, я ж максималку разбил, Дим. Ставр, спасибо за фоллоу на Твиче. Тем более цыги сказали, что все щиты по размерам относятся друг к другу будут одинаковые. Типа все виды щитов одинаковые и так далее по классу. Постепенно их будут менять. Сколько инопланетян еще добавят в игру? Есть вандулы, кто еще будет? Шани. Есть Бану. Творинцы. То, что известно. Плюс там недавно рисовали новую какую-то расу. Антон Суханов, приветствую тебя. Так, ну что, как вам патч? Как Таурус? Сильно отличается от других созвездий? Антон, лично я, для меня Таурус абсолютно не отличается от других созвездий. Безусловно, фанаты Констеллейшенов, либо те ребята, которые ждут Таурус, могут сказать, что он значительно отличается, он немного длиннее, у него по-другому движки там расположены. Но, честно, для меня это корабль, который практически ничем не отличается от других констеллейшенов. Визуально, по крайней мере. Какой у тебя Twitch? Сычеслав Рот? Странно, что до этого ты 300 метров в секунду где-то летел. Корабль другой взял, а может в Тулы не... Точно, в Тулы. Блин, это же черепаха. Точно, точно. Спасибо, Дим. Я забыл, что я на Терапине. Точнее, я знал, что я на Терапине, я забыл про Витолы. Да, ты прав. Кан попробовать. Блин, давай мы сейчас попробуем опуститься на черепахе. Если черепаху не раздавит, то мы проверим. Ну, я по-любому проверю, окей? Я понял, что ты хочешь. Таурус, как средний грузовичок, достаточно неплохой вариант, учитывая его вооружение. Блин, нифига не видно. Людей на обшивке уже опускали? Не. Слушайте, а тут FPS просел так хорошечно. Очень хорошо просел. Представляете, Death Stranding продается со скидкой. Покупать? Нет, не покупать, еще рано. 60%, 60 всего лишь процентов скидка. Рано, рано. И она как-то необоснованно дорого. Ставим лайк. Ютуб, не забываем. Дворники еще не анонсированы. Ну, смотри. Примрейд, спасибо за фоллоу. Смотри, дворники-то уже есть отчасти. Ну, по крайней мере, те, которые полы вытирают. Если там еще какие-то будут, ну, ждем тогда их. Кирилл, привет. Люди, у меня одного метель в помещениях не убавить. Нет, Сереж, если это ПТУ, то ты не один. У меня на стриме было такое тоже.
Я его купил за 700 рублей, скидка плюс купон. Ну, это ты на этом эпиков покупал, я понял. А, дворники на лобовое стекло? Нет, конечно. Дворники на лобовое стекло. Кстати, можно вот так вот повернуть, смотри. Ну, это уже баг текстуры, видишь? Вам видно, я так понимаю, да, ребят? Что такое? Ух. Аватар, спасибо за фоллоу. Здесь вот. На аттитуду смотрите. Видите? Кстати, если вам есть желание, вы можете брать мои стримы для того, чтобы подавать баг-репорты. 13 тысяч потолок и взрыв. Посмотрим. Нету инфы, когда планируют Gen 12 ввести. Конкретной информации нету, но я предполагаю, до конца года они хотят ее внедрить. Черепаха ниже опускается. Блин! Двенадцать к тогда более. О, блин. А во что, что врезался? А здесь ни во что не врезался, его от давления разорвало. Такс, я сейчас отправлю этот терапинчик на клейм, потому что меня там попросили проверить еще скан его. Сейчас возьмем побольше корабль, возможно даже 890. Мне интересно, как там 890 продержится. Спасибо, Бейкер. Харт уже не сопливый Шепард, 1000. На частоту Wi-Fi вещание, приятного заныряния, кэк. Тори, спасибо тебе огромное за донат 1000 рублей. Я очень рад слышать, что ты выздоровела. И очень надеюсь, что ты в скором будущем присоединишься к совместному стриму. Давай, Дим, жду. Реклеймер? Ну, сейчас проверим. Давай 890 спустим, а потом реклеймер возьмем еще. Только как разберусь с работой. Понял. Не разорвало, сплющило. Ну, да. Да-да-да. Неправильно выразился, все абсолютно верно. Сплющило. Жаль не проверить киншип. Ну, да. Киншип мы увидим только в Squadron 42. Почему нет предупреждения по высокому давлению? Корпус корабля не ввели еще? Нет, не ввели, Майк, я этого очень жду. Знаешь, чтобы такой скрип был по кораблю, так, знаешь, чисто слышно было, чтобы обшивку, знаешь, прям сжимало, так, знаешь, ты сидишь такой, знаешь, такой, знаешь, именно. Я люблю такой звук. Вот, наверное, это одна из причин, почему мне Subnautica нравится. Серега, привет. А, Торбыч, привет. Привет тебе. Как ты вообще? Как поживаешь, дружище? Так, добрый вечер. А тут корабли можно бесполезненно терять? Штрафы какие-то есть, зачем нужна трехмесячная страховка? Привет, дружище. Касательно страховок, смотри. На данный момент отчисление страховок не производится, поскольку это альфа. Как только мы подойдем к релизу, страховки начнут работать по таймингу. На данный момент страховка работает только в одном случае. Если ты теряешь корабль,
ты его можешь заклеймить, то есть вызвать его по страховке и заново пользоваться. На данный момент, если ты покупаешь стартовый пакет с 3 месяцами страховки, это никак абсолютно не отражается. То есть ты можешь летать и год, и 2 года. Ну вот, объявят, предположим, что 23-й год это будет дата релиза, либо это дата бета будет Star Citizen, да? Вот. Тогда страховки будут исчисляться. А так, на данный момент, они никак не будут исчисляться. Поэтому как-то так. Если рассматривать вопрос, стоит ли брать корабли с длительной страховкой, я придерживаюсь того, что нужно как больше, чтобы страховка была как больше. 5 лет, 7 лет, 10 лет пожизненная страховка. Вот у меня, например, корабли все с пожизненной страховкой. Есть ребята, которые, например, противники пожизненной страховки, поскольку они считают, что это ломает как-то саму суть игры. Потому что у тебя есть корабль, у тебя есть страховка, и тебе надо зарабатывать валюту игровую, чтобы продлевать эту страховку. Опять же, все зависит от того, какую ты цель преследуешь в игре. Я надеюсь, ответил на твой вопрос. Если еще есть вопросы, пиши. Тоже всегда же взрыв. Да-да-да. Да-да, как в фильмах про всякие батискафы и глубокое погружение. Да-да. Да тогда симулятор подводной лодки будет. Сделай стримерам полный круг на шаттле. Сегодня летал и офигевал. А, ты имеешь в виду пролететь? Сейчас. Лежит металла, костей, механизмом. Спрыгнуть с платформы. Мы уже прыгали, но в принципе я могу это немного позже сделать. КПС подвезли. В принципе, как был, так и остался, но он лучше стал за счет того, что мы разобрались. Дело в том, что в опциях, в графиках, графика есть настройки. Вы можете выбрать под себя. Главное, поставьте Planet Volumetric Clouds Medium. Они очень много жрут FPS, зараза. Это вам поможет. Я смотрю карту 2080, так не слабо Star Citizen нагружает. На 390 нагрузка всего 40-50%, и температура выше 60 не поднимается. Смотри, температура еще зависит от температуры. Температура карты еще зависит от того, какая у меня температура в комнате. А у меня очень жарко. Привет, хорошего стрима. Спасибо, Азбей. 10 лет страховки больше, чем обычно играют в одну игру. Согласен. Я не играл ни в какую другую игру больше 10... больше 3 лет. Интересно, а как флаг реагирует на тело игрока? Тоже отклоняется? Слушай, ну, можем проверить. Только надо подумать, как до этого флага дотянуться. Вот с кораблем это работает. Как тебе новая савля? И что скажешь о новых правилах баланса? Смотри, я вообще никак не буду это комментировать, потому что это все будет еще неоднократно меняться. Я об этом говорил и 2 года назад, и год назад, и сейчас буду говорить. Даже несмотря на то, что у савли то же самое, забрали один чит, там, Катерпиллеру добавили один чит, там, Андромеде, по-моему, добавили один чит. Это не говорит о том, что они такие останутся в будущем. Просто это говорит о том, что циги начали заниматься балансом между кораблями. Вот и все. Так, одну секунду. Origin 890. Вот он. Блин, на нем еще взлететь надо будет. Пожизненная страховка — это спасение для тех, у кого помимо игры есть еще работа, семья, дети. Да, да, не все могут жить в игре и фармить без остановки. Абсолютно верно, Антон. Я тоже из этого исходил. Так, ангар 14. Я тоже из этого исходил. Вы играть в игру в свое удовольствие. Получать от нее то, чего я хочу, а не чтобы игра диктовала мне. Так, ангар 14.
Я тоже жарко вчера играл, было 30 в комнате, такой температуры фиксировали на карте, я сам удивился. Угу. Я челю, не буду слишком много смотреть, потом смогу выбегать, неинтересно будет. Хорошо, Андрик. Жень, сколько тебе еще до эксклюзивного клуба, в который вступил Турбо? Очень много. У меня сейчас где-то, по-моему, то ли 225 рефералов, которые приобрели игру, или 235, я не помню точно. А там клуб, доступ к клубу появляется 1042 реферала. Так что много. Шаг, привет. Так. Ребят, если чей-то вдруг вопрос пропустил, вы можете его продублировать. Пыльный подвальчик, Мэш, это потому, что у тебя и нет доступа к нему. Ясон, привет. Да, вода все так же убивает. Ну, по крайней мере, так было до патча 3.13. Какой-либо другой информации больше не поступало. 3.14 я не проверял. Прыгни с платформы. С платформы спрыгнем, дайте 890 окунуть. Спрыгнем, спрыгнем еще раз. Жесть, махина. Да! И вся вода убивает, спа можно купаться. Не, ну, я имею в виду... Человек, наверное, имел в виду, что... Ну, морская вода. Та, которая на Хёрстоне. Кстати, на одном из спутников есть же еще. Забыл уже, на каком спутнике находили воду. Зернистость облаков сильно бросается в глаза? Мне лично да. Мне лично сильно бросается. Я ненавижу 890, потому что я в нем постоянно путаюсь. Я постоянно путаюсь в этом гребаном 890. Куда идти? Что идти? Спасибо за подробный ответ. А насколько игра может... Можно играть без донатов и за дротство? 3-4 раза в неделю по паре часов и покупать для себя интересный корабль за игровую валюту? Без проблем. На самом деле, я вообще бы, ребят, вам рекомендовал покупать только стартовый пакет. Вот, все остальное вы всегда сможете заработать в игре. Даже вот эту 890, по которой я сейчас заблудился и не помню, как идти туда. Я постоянно в ней путаюсь. Вот, вы тоже можете уже приобрести ее в игре. Так, это управление турелями. Это управление турелями, ну. Ненавижу я 890. Да, блин, Дим, я ненавижу 890, я вечно в ней путаюсь. Ты же в курсе. Так, Escape Route, Engineer, Crew Deck, Engineering Open, Escape Route, давайте поверим. Иди в 0.1, не спускайся. Так. Да, мне мостик нужен, я же говорю, что я 890 постоянно путаюсь. Ты. А, блин, все. Покатался. Это 0.1, оказывается, открывается дверь. Ах. 890 это боевой корабль? Нет, конечно, это не боевой корабль, это яхта премиум класса. Представь, что это кракен. Кракен мы изучим.
890 мне просто не интересен, честно скажу. Корабль. Интересно, Star Citizen будет планета, полностью состоящая из воды? Это было бы нереально круто. Я думаю, сделаю, Дром. Да, имел в виду ВДМ, в тюрьме, что это новое обещали, вроде не попадал. Не, не было такого ничего. Эх, сейчас бы Полярис, но толк от него сейчас мало будет. Ну почему мало? Если они запустят опять динамический ивент, то попроще будет уничтожать всякие идрисы. Джавелины. Ты просто не умеешь его сажать. Най. Все, фанаты Ориджина налетели на меня. Блин, да откройтесь вы уже. Воу, а за что он зацепился-то? Блин, ненавижу я 890 из-за этого. Дура неповоротливая. Все, его за этот. Да, его в это захватило. Я его сейчас фиг вытащу. Да. А ну. Я его через текстуру вытащу. Давай уже вылазишь, скотина ты. Все понятно. Тогда все понятно было. Чего лучше начать, с Мустанга или Авроры? На данный момент я рекомендую начинать с Авроры. По крайней мере, ты сможешь повыполнять любые миссии, а вот с Мустангом ты особо не сможешь те же самые выполнить миссии по доставке коробок. Еще что-нибудь, то, что надо доставить. А Аврора тебе даст такое. Не смог опуститься ниже 30 тысяч. Да. Взял и сервер сломал. Я тут ни при чем. Я его не ломал. Бэттокен. Так, сейчас мы его перезал. Да, блин. Ёбаный Дискорд. Сейчас, ребята, подожди. Женя, как маяки делать? Ты имеешь в виду клэмджамперсы? Или что? Ну, подлетаешь, уничтожаешь 3 маяка и получаешь свои деньги. Фу, блин. По поводу 890, не думаю, что было бы умно давать ему особой миссии, которая была позволять фармить бесконечные деньги. Было бы разумно предлагать миссии, чтобы можно было качнуть основной левел репутации. Вообще-то 890 рассчитан конкретно на то, чтобы перевозить VIP лиц.
Думаю, человек о сигнале бедствия говорит. Ну давайте уточним, о чем речь конкретно. Пачек сегодня, скорее всего, будет, но вряд ли вторая волна. Но мы ждем, надеемся. Это все уменьшенные люди. Там патчи не выкатили. Не. Уменьшенные люди достали уже ломать сервера. Тем, кто хочет нормально потестировать. Ну, установили, что проблема. Не, надо всем уменьшиться. Сети на ней 16.8. Да. Так. Вопрос по поводу 890 и прочих кораблей класса люкс. Их смысл, помимо всего прочего, это заработок на перевозке богатых NPC, которые будут за раз пару лямов на круиз отваливать. Ну слушай, по поводу того, сколько они будут отваливать, я тебе не могу сказать, но основной смысл именно 890 ты уже правильно, ну, ты правильно отобразил. Перевозка вид пассажиров. В основном перевозкой будем заниматься именно NPC. Ну, возможно, ты найдешь игроков, которые готовы будут платить за какие-то... Ну, чисто, наверное, по фану, покататься. Ну, как-то так. Ютуб, мне нужны ваши лайки. Дайте нам больше лайков. Так, ну, давай, грузись уже. Меньше на люди угарный бак, было бы здорово в Стармарин побегать. А на это ничто не влияет, там хитбокс тот же самый остается. От этого хитбокс не меняется. Все? А, спаунд, окей. Да, вероятно, это будет задание. Забрать там VIP-пассажира, пролететь через такую точку, посадить корабль там-то, подождать 5 минут, прилететь на конечную точку, забрать кучу денег. Ну, да. Так можно целый РП-аттракцион устроить для VIP. С захватом заложников, чудесное спасение в стиле пятого элемента. У нас есть мысли по этому поводу. За перевозку это понятно, просто вопрос лишь в том, что будет давать эта перевозка. Очень много денег, хорошую репутацию, доступ к эксклюзиву. Я думаю, это больше заработок денег будет. Продай видеокарту, купи кондиционер. Возможно, я скоро просто перееду с этой комнаты в другую, там, где есть кондер. Вот и все. Я уже нашел себе кондиционер. В принципе, на этот можно... напольный кондиционер поставить. В принципе, удобная вещь, и стоит она относительно недорого, и сверлить ничего не надо. Единственное неудобство в этом кондиционере это то, что надо ходить ручками воду оттуда выливать. Ну, конденсат имеется в виду. Да, ребят, всегда заходите в настройки, потому что настройки почему-то не сохраняются. Уже года два переезжаю в другую комнату. Слушай, ну, моя дочка растет. Она уже выталкивает, можно сказать, папу отсюда. Для цветочков полезная водичка. Да, вылетели из задания катать випов. Да, я в курсе по поводу этих заданий, но... Я их даже пытался несколько раз выполнить, но это точно не для меня. Они начинают там бузить о том, что ты там где-то что-то черкнулся, кому-то стало плохо от перегруза. Они меня начинают раздражать, у меня появляется желание их выбросить за борт. Ну, в общем, перевозка пассажиров точно не для меня. И трубу форточку выводить.
А? А? Я думал, опять 30к словили. Моя модель конденсат сам испаряется. Модель сказать... А, закинь мне в личку, я посмотрю, что за модель. Интересно было бы NPC миссии по доставке десанта, особо для Праулера. А... Слушай, ну, я не знаю, будут ли такие действительно миссии, чтобы именно доставить десант. Но... Хотя, почему нет? Ты же можешь служить на какой-то ЧВК, NPC, например, ну, имеется в виду NPC-организацию ЧВК, которые будут ставить для тебя задачи. И будут за это платить. Дэн Один, привет тебе. Привет, Good Game. Что тестируем? Тестируем физику на Орисоне. Да, я про сигнал бедствия. Он из любой точки работает? Да. Ну, в Star Citizen, да. Не, мне в личку надо, потому что я забуду название. Не более того. В чем проблема? Выбросил за борт. Начал хамить, взял и выкинул. Слушай, Кирилл, а я вот не помню просто, в элите можно их выбрасывать или нет? За борт. По-моему, такой возможности там нету. Фильм Грейн. Что там? Фильм Грейн, ну, окей. Фикс. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. The shuttle is preparing to depart. А тут добавить, чтобы была такая возможность. Тут, если что, можно... А, хотя в элите тоже селдестракт есть. Кстати, какой молодец. Не спеша заходит в лифт. Можно там их выбрасывать? Ну и ладно. Я вот жду, когда выйдет русская локализация. Специально интересно, когда. Я знаю, что они над ней работают. Кстати, турбо буквально на этой неделе, по-моему, да, ребят? Или на следующей, или прошлой неделе, не помню точно. Выкладывал логи о том, что... Ну, папки уже есть с локализацией в клиенте. Но они пустые, то есть это говорит о том, что это заглушки, заготовки, как правильно сказать. В общем, готовят что-то они по этому поводу. Интересно, будет ли механика как поломка или замена запчастей на технику? Да, будет. Так, ангар 14. Keep track
космос будет сегодня? Ну, постараюсь долететь до него. Мы сейчас пока тесты проводим. Это все-таки же ПТУ Денодин. Был бы лайв, согласен. Бессмысленная трата времени. А так это все-таки ПТУ. Я уверен, у многих есть вопросы. Как глубоко может опуститься их корабль на Крусейдере? Открыл дверь, и в космосе пусть все летят. Эй, правильно, Никей. Выкинул. Никей, давай. Не, ну можно, правда, его на еще бану продать. Не выпендривался. Как FPS? Ну, как-то. В принципе, если облака выставить на среднее, то тридцатка есть. Всевидящее око Ориджина. Блин, а куда я приехал? Докинг. А, все правильно. Берешь тележку, кладешь пассажиров на тележку, катишь тележку к шлюзу, и потом кричишь «Виа Спарта», нет, «Зизи Спарта». Только за хама пассажира бану заплатит. Так, кто ж их знает? При вызове больших кораблей нужны гольфкары, а то бежать долго до люка. Ну, в общем, этот же Грикет, который гольфкар изначально для этого предусматривался, возможность кататься на нем по ангару. Обману есть рабство. Но не то, что рабство. У них такая интересная система там. То они своих детей отдают на обучение какое-то такое, знаешь... Отдал, а тебе другого отдали ребенка. То есть у них... В общем. Банну не брезгуют ничем. Для того, чтобы... Ну, в торговле. Если на то пошло. Так, включено питание. Ну... Ну вот что за дичь? Вот, ну вот я этого не понимаю немножко, чуть-чуть, вообще не понимаю. Так, окей. Но притом я его вообще не трогал. Вот вообще, совсем. Он еще и закрывается. Да вы издеваетесь. Короче, на 890 взлетать здесь вообще нереально. Ну, вообще нереально.
Там выплюнь ты эту гадость уже. Но. Не, Дим, я дождался, чтобы он полностью... Я дождался, чтобы он полностью за этот открыл лифт. Я полностью дождался. Да, движки. Зачем отключать движки? Он в текстурах застрял. Обожаю, когда так закрывается с караком. Угу. Давай уже. Еще экран? Да нет. Напытаю табак с 890. Я понял. Повторный запрос и буст поможет, но не всегда. Да. Доброго некоторые от меня. Приятного стрима. Спасибо, некоторые, Игорь. Как, собственно, физику проверять будете? Да вот, проверяем. Все? Все? Это было интересно. Даже эскейп не работает. Еще 890 не может зайти из Crusader. Понятно. Так, ладно. Делаем вот так. Огурчик, привет. Так. Ну и жарище. Так, вот и посмотрим, что ЦГ с ним сделает. Еще больше жор топлива или помощнее движок. Я еще несколько дней назад хотел это проверить, но что-то все никак. Я не думаю, попробую все-таки. Давай. Да, Дим, давай. Так, слишком тяжелый. Да не, вопрос не в тяжелости, понимаешь? А, то есть я специально его фиксирую правой кнопкой шифта, чтобы он никуда не двигался. Медленно взлетаю, но он все равно цепляет ангар, при том, что ангар полностью открывается. Это проблема с метриками ангаров, получается, в этой ситуации. Следующая попытка рекламер. Ну давай попробуем. Турбич пассажиром взлетал, он нос задирал, закрылся, потом только вылетел. Рекламер также. Давайте попробуем реклеймер тоже. Плюс-минус. Давайте попробуем. Если честно, я знаешь, чего не могу понять? Зачем его помещать в ангар? Вы создали стыковочные шлюзы, мать вашу. Просто дайте мне возможность. Наверное, просто на Орисоне нету стыковочных шлюзов. Они не сделали еще. Именно на Орисоне. Но было бы, это было бы правильно.
Подошел к платформе, сел и улетел. Так. Надо выкрутить на полный вверх с шифтом. Спасибо, Бейкер. Сатирикон, спасибо. Сатирикон УА 438.91. Спасибо. Гарного вечера. А, тебе тоже гарного вечера. Спасибо тебе, Сатирикон. Приятного просмотра, дружище. Вообще, какие корабли план рвет... Вообще, какие корабли план рвется сделать беспосадочными? А... Ты имеешь в виду, какие будут корабли в будущем, которые не смогут сесть на планеты и спутники? Уточни, пожалуйста, профессор. Речь об этом? Просто 890 чувствует, что на нем какой-то бедный смерть, ни голубых крови не дает взлететь. Да, по ДНК определил. Сказал, чувак, ты из Сиджисов, вали с Ориджина. Я вообще угораю из того, что они наделали большие корабли, а ангары не подогнали под них. Да. Кто там просил? Кто? Как-то все быстро произошло. Так, что там по кейбиндингу? Можно начинать готовить конфиг под пару NXT? Да. Смотри, если вкратце, они завезли капаситоры, плюс еще дополнительные моменты там со сканингом, пилингом, плюс по ракетам. В общем, Серега, надо садиться и полностью разбираться. Ну, я думаю, есть смысл. Ух ты. Ну ладно, я еще раз попробую. А, смотри, касательно кораблей, которые не смогут сесть на планету, могу точно сказать, что это будет Орион, и это будут Хал-Си, Хал-Ди и Хал-И. Ну, имеется в виду, конечно же, со своим грузом. Да камон, игра, отпусти меня. А будут корабли наподобие Киншипа. Киншип будет на Сквадрон 42. Если ты говоришь про размеры корабля, то в управлении игроков на сегодняшний день самый максимально большой корабль заявленный — это Бенгал. Видео по Бенгалу ты сможешь найти на канале. Могу предположить, что физика есть. Думаю, в ангаре образуется турбулентность, что-то толкает вниз. Мы не только это еще проверяли, мы еще Дим Стар проверяли те тряпочки, которые телепаются, ну флаги, да, например. Флаг, как выяснилось, имеет физику. Он кораблем подлетел, и он ничего так. Вот. Блин.
оно. А. Вот же. Видите, он не достает просто. Так. Ладно, побежали дальше. Так что это база в воздухе, а что внизу? Это газовый гигант. Тенудин. Это все газовый гигант, и это все платформа, которая держится за счет двигателей, которые разработала Crusader Industries. Некоторые говорят, ну, задают, в принципе, логический вопрос, насколько это выгодно содержать целый город в газовом гиганте. Зачем вкладывать такие огромные деньги? А вы не думали, что это безупречная реклама двигателей компании Crusader Industries? Как один из вариантов. Ну, внутрилоровая такая, ну, внутрилоровая реклама. Это круто, согласись здесь. Прорекламировать свои двигатели, которые могут держать целый город в газовом гиганте. Поворачивается флаг, да. Можно говорить розовый гигант. Тогда уже карлик, коричневый карлик. Неудачная звезда. Эти двигатели лакомый кусок для террористов. Вот. Я надеюсь, они не доберутся. Всем добра, Женя, спасибо за стрим. Тебе спасибо, профессор, за стримы и поддержку. Спасибо тебе огромное. За просмотр стрима. Привет. Ты такой серьезный. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Какой-то необщительный. Тут топливо из атмосферы получают. Ну да, логично. Ну, вопрос же в двигателе, которые могут держать все эти платформы. Вот ты инженер. Очень. Инженер с 30 века. Розовый гигант для тебя заката. Облака уже тестили, пролетали, и так проще, что с полной погрузиться в Crusader поглубже. Ну вот, ныряем. Если ты говоришь, ныряем ли мы, да, мы ныряем. Где Воркл стоял? Давайте 890 отправим на клейм. Aegis Reclaimer. И там просили потом, кого, Геркулеса или Старлифтер скинуть? Проклятый 14-й ангар. Я про полет к центру планеты, это же газовый. А вот тебе и центр планеты сразу. Ну, трастеры там стоят на платформах.
Оу, Педро! Педро, I glad to see my stream. Thank you. Thank you very much for your beautiful, your excellent music. I glad to see you. When are you free for maybe interview? Вот. Друзья, с нами на стриме Педро Маседо Камачи, тот самый композитор, который написал эту музыку. Он уже к нам второй раз заходит в гости. Дронос, да, это ПТУ. I think it's the best you work. Так, а ну секундочку. Whenever you want. Okay, okay. Thanks, thank you. I know Andrew speak with you, but but CIG was first. Так. Вот нашел. No, come on. Так, сейчас, ребят, one moment. Блин, да камон же ж. Слушайте, ладно, давайте попробуем. Они, походу, и лифт еще сломали, да, ему? Давайте здесь я попробую открыть. Ух ты ж. Так, ребят, я думаю, что у нас, наверное, не получится подняться, потому что этот лифт сломан изначально был, они его не починили. Thank you all. You, whenever you want to, we can speak in interview, I think. Okay, okay. I write you or Andrew write, okay? Thank you. Thank you very much for all you're doing for Star Citizen, for community. Your work is the best of the best. О, получилось. Все есть. And thank you for watching my stream. Текс. Двигаемся дальше. Странно, что я в рекламере не путаюсь, потому что рекламер это Иджисы. Clear to launch.
You best. Взлетать сразу шифтом, думаешь? Так. Сейчас пускай откроется до конца. Когда будет экскурсия по бенгалу? 890 был. Так бенгал должен появиться в игре для этого, для начала. Вот, видишь, он цепанулся, я его даже не трогал. Ну да, его что-то цепляет, Дим. Видишь? Ну вот. Давай, 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 малыш, получится, нет? Оу! Перегрелся. Да, да, да. Я, конечно, сейчас еще попробую. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай, малыш, давай. Все. Next ship. 80-90 and reclaimer is broken. Ребят, 890 и карак, к сожалению, сломан, поэтому мы с вами будем пытаться сейчас по-другому это все сделать. Ну, мы, по крайней мере, 890 точно с этим. Да, мы с вами сейчас, по крайней мере, ребят, возьмем другой корабль. И постараемся сейчас это все дело организовать. Так, давайте посмотрим. Стоп, а ниже же здесь же был, да? Я помню. Нет, не здесь. Я пытаюсь вспомнить. Так, эта лестница, она нам не нужна. Я как-то выскочил так быстро. А, вот она, все правильно. Да не, не будем, Дима, этого делать. Оу. Умерли. Дай. Привет уж. Друзья, всех приветствую, кто присоединяется к нашему. Попробуй старика. Скорее всего, что-то с коллизиями больших ангаров, а не с кораблями. Попробуем. Кстати, да, давайте попробуем сейчас старика сделать. Поднять. Starfarer. Кстати, старик как раз и предназначен для глубоководных посещений газовых гигантов, да? Давайте проверим, насколько он готов будет для этого.
Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Our community like you very much, Pedro. Это конкуренты Crusader Industries, поэтому они не взлетают. Да-да-да. Господи, какая хорошая музыка только. Ах, блин, насколько это превосходно все. Да, им еще с лодами поработать, кстати. Я думаю, многие обратили, да, на проблему с лодами. А, by the way, Pedro, are you here? Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Текст. Наверное, уже ушел. Для 890 ты слишком беден, для старика слишком богат. Ой, для рекламера слишком богат, старик должен сработать. Золотая середина, дай вон. Иджис. Вот он. А, он на месте остался, окей. Так, миск. Starfarer. Так, ангар 10. А как ракены парковать? Слушай, ну я думаю, они не будут парковаться. Скорее всего, на Орице они, по крайней мере, они будут зависать.
А. Слушайте, но я вам хочу сказать, было бы очень интересно, как это будет система здесь стыковки работать для больших кораблей. В принципе, как по мне, Crusader — это неплохое место. Тем более, у них же судопроизводительные верфи. И те же самые Геркулесы здесь производятся и сразу отправляются наверх. Так что верфи должны быть оборудованы для этого. Thank you very much. You are clear to launch. Ух ты! Вы видели? Может, это и есть причина невозможности взлета кораблей? Какая-то невидимая текстура. Ну, ладно. О! А старик взлетел. Пора нырять. Thank you. And please visit again. Повторный запрос помогал. А, я понял, Маша. Понимаешь, тут еще вопрос не в повторном запросе, а в том, что он за что-то цепляется. За что-то невидимое. В поисках ядра Crusader. Майнить облака полетел, да. Майнинг облаков нам только пока снится. Так, друзья, сейчас мы делаем с вами нырок, и я жду от вас задач, которые мы с вами сейчас будем делать, проверять, тестировать. Точно дождался старик своего, да. Есть предложение, что мы с вами еще проверим? Там Mercury Starrunner кто-то просил, да, посмотреть на... На хат, как он там выглядит. Поиска глубинного смысла Crusader. Да. Слушайте, я вот думаю, может пробовать опускаться медленнее, как вы думаете? То есть вот долететь до точки там 16 тысяч, начать тормозить. Или там 20 тысяч, например, да? Начать тормозить и потом медленно опускаться. А подумать еще над этим. Конечно, самый лучший способ опуститься на дно газового гиганта — это словить 30 тысяч. Microsoft, Microsoft, так, интерфейс MSR и Геркулес
поломан. Спасибо. Для выравнивания давления? Ну да. Но знаешь, когда дайверы опускаются, они на определенных глубинах останавливаются для того, чтобы выровнять в организме давление. Коверхед ты один не протестируешь. Чего? Там пилот только нужен. По факту там. А, я вспомнил. Ребята на терапине просили проверить второе место пилота. Место второго пилота. По поводу, может ли он сканировать или нет. Михаил Добрый, спасибо за твой лайк. Спасибо тебе огромное, дружище. Когда думаешь, 3.14 на лайф выйдет? В эту пятницу нет? Ну смотри, Крис в своем интервью говорил о том, что они планируют его выпустить к середине июля. Но в принципе середина июля по факту через 2 дня. С учетом состояния ПТУ, есть огромное, вот честно, есть огромное сомнение, что его выпустят. Так, славить 30 тысяч, речь о донате. Не понял. Не, ну, это, если речь о 30 тысячах, то это 30 тысяч не донат, а 30 тысяч ошибка. Убавь звук, а то мере речь идет от взрыва. А как я его уберу? Ну, я могу общий звук-то убрать. Дайвер останавливается, когда всплывает. Это дайвер, да? Опускаются тоже, кстати. Рекомендуются для выравнивания. А вообще, да, при всплытии. Все верно. Проверь еще на терапии экипировку. Удивись, они начали исполнять обещания для него. А что я должен там увидеть? Ты имеешь в виду, что компоненты? Так компоненты в нем и раньше открывались. Такс. Темно как-то здесь. При всплытии только как и всплывут, если не остановиться. Я не дайвер, но немного с физикой знаком. А, я понял. А, кстати, можем Риту еще посмотреть. Они же там же в отчете отчитывались, что Saber и Retaliator золотой стандарт. Крегард, я боюсь, что мы уже можем не успеть. Потому что мы ныряем, замеряем глубину падения корабля. Привет тебе тоже. Сейчас должны взорваться. Как понимаю, механика давления на планете должна в будущем появиться. Но я надеюсь, что она появится. Воу! Спасибо, Бейкер. Эрил, 500. Эрил, спасибо за донат 500 рублей. Эпический, эпический донат залетел. Конкретно так взрыв. Баба! Спасибо за поддержку, дружище. О, чуденько так. Ба-бак! Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Сам не ожидал. Ну, четко получилось.
постепенно на максимальной скорости, блядь. Женя нам тут хорроры устраивает. Ну, немножко, немножко. Так, ладненько. Блин, как же он шикарен. FPS лучше. А настройки работают, оказывается, Николай. Видишь, цики в патч-ноте об этом не написали. То ли я невнимательно читал. Дело в том, что вот настройки графики теперь наконец-то начали работать. Они здесь отдельно вывели качество, отдельно дистанцию прорисовки объектов, отдельно дистанцию тесселяции ну, земли, террен, и отдельно вывели планетарные облака. Вот видишь, у меня здесь все стоит. Тебе достаточно просто поставить на медиум облака, и у тебя сразу добавится FPS. Все очень просто, оказывается. Притом у меня FPS сейчас ничем не отличается от Лорвеля. Ух ты мой. Как это шикарно. Ну вот лоды надо поправить им еще и... На поверхности Луны настройки тесселяции не проверял, сильно ли понижает качество и растет ли FPS. Крегард, я эту настройку проверил только в рамках Орисона. Вот. FPS у меня особо не вырос. FPS у меня растет только в том случае, если я на среднее ставлю настройки этих облаков. Хорошо, Николай, давай удачи. Устал персонаж наш. Очень устал, бедолага. Так. Он шел и умер. Это было шел и упал и пропал и пропасть.
Ты просто хедан не вовремя зашел. А тогда он еще. Просто не готов. Или он, как Иван пишет, что он не устал. Он задолбался, что его постоянно гробят. Замучился быть манекеном для краш-тестов. Ну как-то так. Надеюсь, сейчас будет все нормально. Моя попытка номер 5. Мы не манекены для краш-тестов, мы кошельки для краш-тестов. Александр Хрипунов. Тебе тоже добрый вечер. Блэк Джек завезут. Звездный гражданин. Блэк Джек. Не знаю. Азартные игры захотелось поиграть. А он нужен здесь, Блэк Джек? Не, ну, разве что, когда летишь, прыгаешь между системами, не помешает. Терапин. Ангар 7. Ну, давайте попробуем. Ну да. Я в курсе по поводу этого высказывания, Тори. У меня, например, будет кит. Просто космический кит. Блин. Опа, тут где-то была кроватька же, да? Ну ладно.
Пускай на кровати полежит. Будет мягкой игрушкой. Да, мы не будем нырять на терапине. Денис Володарский, привет. Как Орисон? Лагает или нормально? Ну, если настроить, то, в принципе, можно 30 FPS свои получить. То есть оно должно быть. Где правильно пацанам сделки с мафией заключать-то? На Пайра. На Пайра, мой друг. Все летит пока. Блин, промахнулся. Женя, это не тот же, только можно вместо сканера две пушки. Понял. Сканируют. Притом... Есть сканинг. Ну, интересно. Это пират, а я про мафию. А, понял. Единственное, что... Вниз он опускает, да? Интересно, что пока не работает. Слушай, ну мне непонятно, работает он или нет, смотри. А, как надо. Ну окей. О, смотри. Нормально вроде как. Да, работает. Такс. С этим разобрались. Ну, экрана пока нету, Дим, но доделают экран. А какие у нас там были еще корабли? Карак? Кого там можно еще проверить?
ты про этот? Какие настройки? Настройки, не-не-не. Настройки игры я понял. Меня интересует за утилиты. А он не хочет его прогружать чего-то. Ох. Риту, да? Еще Риту посмотреть. Хорошо, ребят, сейчас. Что там с ней? Это золотой у нас стандарт или не золотой, да? Так, окей. Тогда мы сделаем таким образом. Не будем терять время. Рита золотая. Ух ты, блин. А числится как открыто. Какой замечательный вид. Не буду я томить вас полетом этим. Привет, не знаю как физика, но химия точно имеет место быть. С физикой нормально, проверили. Облака все объемные, тянись только на Персейдере. На другие планеты и спутники они будут добавлять позже. Они хотят для начала полностью настроить облака на Крусейдере, потому что это только первая версия тех облаков, над которыми они работают. Я так понимаю, когда они завершат, закончат полностью, вот, тогда они начнут внедрять облака на другие планеты. Так, так что добавили за настройки игры. Легче станет обладателем RTX 20 серии i7-7 поколения. Ну ты же видишь, мне легче стало. Вот настройки, я уже говорил о них. Вот, графика, видишь? Там настраиваете качество, качество прорисовки и так далее. TX. Когда ты нас сделаешь единым, мы обязательно Dead Space 3 пройдем. Ребят, я помню о нем. Обязательно. Возможно, даже... Ну, хотелось бы, конечно, чтобы на Life уже вышел. В следующей неделе. Может, даже и на следующей неделе начнем проходить. А, смотри, по поводу больниц. На данный момент больница это локации. Сами ресалки вроде как должны появиться в 3.15. Но у нас один из наших ребят после того, как его аватар умер, он заресался в больнице. Я думаю, что у них там что-то уже отчасти готово, но они до конца это не внедряют. Связано, возможно, это с тем, что они хотят сразу все это внедрить по всему Стентону. В общем, как-то так. И, возможно, где-то прострелило, вот это, понял? Тут часть кода, и он резнулся там, на New Babbage. А, встать. Нет, не надо встать. 30к.
Ох, как он вылез из больницы, на лифте спустился. Да, это было красиво. Так. Ну это 30к, ребята. Кто-то решил поиграть в Человека-муравья. Павел Нес, привет. Квантус, привет, спасибо большое. Друзья, всем приятного просмотра, кто присоединяется, вам... Bad token. Very bad. Да сетевой код завезут. Я думаю, сетевой код ближе к бете завезут. Слушайте, я уже забыл, чем мы хотели с вами заняться. Чем же мы с вами хотели заняться-то? Дифлофос лучше справится. Ладно. HZMH, привет. Хотел поставить пушку третьего размера в корабль, где только второй размер. А, Рита. Да, все, Риталейтер. Все верно. ВД-40 не хватает. Ну вот, я его поменяю. Немножко попозже. Сейчас есть приоритеты, потому что я уже устал. Падение интернета постоянно вот это вылавливать. Надо нормально с роутером заняться. Вот. Потом можно и... Смотрим, короче. Так. Новая примета. Если у вас 30к, значит где-то где-то умер маленький, но очень западлистый человек. Кстати, да, JR. Какая версия бинапа? Она вообще на десятки идет? Ну, у меня идет. Какая версия, я не помню, честно. Надо смотреть. Слушай, Жень, офф-топ, я тоже купил гладиатор, тебе он не кажется жестковатый? А там три пружинки. Подбери любую пружинку, которая тебе подойдет. Там же в наборе тут разные пружины жесткости. Кстати, Black Fox еще здесь? Ну, в общем, смотри, если у тебя будут вопросы по гладиатору, ты можешь их всегда задать у нас в тег-пабе в Дискорде. Жень, зацени компьютерный корпус DeepCool Quad Stellar.
напоминает кое-что. Сейчас посмотрю, что там, Коматеч. Ну, я уже заказал тот, который я хотел. Слушай, а тут и разное. Так. Я купил себе Атлас, ощущая себя на ладе какой-то. Ну так это и есть, ладно. Капитан Америка, привет. Да, я оставил все три. По умолчанию, я так понял... В нем стоит самое мягкое, все остальные еще жестче. А, ну, не знаю. Я лично, вот, как бы, себя наоборот комфортнее чувствую. Комфортнее чувствую, когда более жестче идет ручка. Так... А, ты хочешь сказать, что он напоминает Хал? Так, а ну... Ну, да, он напоминает Хал Си. Я понял, о чем ты. А, нет, не Хал Си. Этот новый грузовичок напоминает. Я понял. Инопланетный шанский новый этот. Да, 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 на Рейлен похож. Есть такое. Да, похож очень. 100 лет не смотрел за Star Citizen'ом, все еще в Альфе. Да когда они закончат? Неправда, ты заходил недавно? Вот, не надо. Я понял, что ты любишь пожестче. Ну, не в том смысле. Да, 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 я уже видел, Ханс. Спасибо большое. Не, чё, прикольный корпус. Это было полгода назад, неправда. На днях заходил, точно помню. Роман, доброй ночи тебе тоже. Скажи, пожалуйста, если подтверждение, что всю серию Констеп будут переделать ближе к релизу. Ром, смотри, я не исключаю, что они будут Constellation подгонять к так называемому золотому стандарту, поэтому да, вполне возможно будут какие-то реворки делаться. Там рядом с лифтом, налево, можно там дверь, которая ближе к шаттлу. А, ну хорошо.
approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Тревог, возможно, будет всего ближе к релизу. Или, возможно, будет релиз. Да. Возможно, будет релиз и будет реворк. Как-то так. Блин, ну я бы уже с Squadron 42 хотел бы погонять. Я вот, честно скажу, даже вчера зашел на часик погонять в Киберпанк. Блин, зашел... 60 FPS, все четенько. И я не знаю. И я понимаю, что есть ребята, у которых железо значительно более слабее, нежели мое, и у них, возможно, нету этих 60 FPS, но все-таки 60 FPS круто смотрится. StarCountry, привет, дружище, рад тебя видеть. Спасибо за твои лайки под видео. Я твои комментарии вижу. Спасибо тебе. А я думаю, что здесь вопрос не какая серия будет в видях. С видяхами как раз у них тут проблем нету. Им главное закончить вопрос с этим. С сервер-мешингом. Релизу, то есть очень не скоро. Еще 5 лет ждать, как Таурус. Слушай, ну вот абсолютно неоправданное ожидание Тауруса. Я не говорю, что это плохой корабль. Это просто корабль. Просто конста. Нет ничего особенного. Честно, я еще понимаю, если бы они сейчас уже запустили, чтобы экранированный трюм не сканировался, я бы сказал, окей. Они ждали, чтобы запустить пелинг, сканирование новое, да, там пересмотреть. Но, блин, мы это же проверяли вместе с вами, и там было указано количество СЦУ и какой там товар. Музыку Коррисону? Музыку Коррисону писал Педро Камачо, он к нам на стрим заходил. Где-то час назад. Мы немножко с ним пообщались. В чате есть свидетели. Киберпанк и всех 60 FPS, у кого есть RTX. Ну да. Попробуй отрубить его, будет 20-30 на твоем железе Full HD. Высокие настройки. Ой, Ангар 9. Зачем себя лишать такого удовольствия, как RTX? Кристофер Блейк, привет. Да, таможня такая же, как у New Babbage, я на это тоже обратил внимание. Чем? Есть такое. Оу. Oh. How did it? How are you? You're so sexy. Mm. Да, но в следующий раз сканирую чужой корабль, а не свой. Да какая разница? Да, он очень талантливый. Кинул в дис модель. 2 года назад стоил 8К. Лучшее приобретение. Этим летом реально спасает. Понял, спасибо. А зачем что-то возить в этом Таурусе, откуда и куда? Объясняю. Они готовят Jumptown 2. Ты просто пропустил, когда были войны за нарколабу. А торговля наркотой, вот это вот как раз то, для чего создан Таурус. Это лично мое мнение.
После таких слов и появляются новости, типа, известный блогер, владеющий инсайдерской информацией, сказал, что рестарт состоится после выхода сервер Мешанг. Блин. Да. Компоненты появились. Или они были? Так, ладно, давайте на ней взлетим, а потом полазим на ней. Так, а в корабль не заходил пока. Так, Рита без сомнений. Так, если вывезешь такой груз, мне кажется... Don't leave me. Окей, okay, I don't leave you. Палишься не по грузу, а по глазам после употребления. Самое главное правило наркоторговцев – не употреблять свой товар. Она стала более ярче, что ли? Или просто, что я ее раньше в 4К не рассматривал? Раньше она была более темнее, и оперение у нее более темное были. Are you with me? You are clear to launch. Тарус был создан специально, чтобы Сплиту было о чем погореть на стримах. А ему лишь бы гореть. Ему даже Таурус не обязательно было выпускать. То есть выпустили Таурус, он будет гореть. Не выпустили Таурус, он тоже будет гореть. Ну, это контент. Ну, Влад строит таким образом контент. Че? Людям нравится? Молодец. Хорошо, что чувак со мной не сел. Сейчас бы офигел. Тори. Так. Ну как-то не вяжется. Для торговли на коте нужен какой-то быстрый, легкий, типа 300-ки. Полностью экранированным трюмом. Таурус же корова, но он сзади? О май гад. Это старая Рита без изменений, ее надо внутри смотреть. И опять же. Так, а ну давайте. Street Club Gaming, ты за мной следишь? Ждешь, когда я спотыкнусь, чтобы сделать очередную статью на DTF? Новый или конец снизу, не сверху. Не, хады всем переделали кораблям. Потом они будут делать индивидуальные хады на каждую компанию отдельно, свой будет ход. Вопрос только один остается. Для кого они оставят этот ход? Мне что-то кажется, это больше для Иджесов подходит. Ваше мнение? Ай. Застряли? Мне жалко чувака, он не знает, куда он еще попал. Не получилось это, что я хотел. Так.
А, вешать иконы. И чтобы можно было поставить шансон. Это не шутка, кстати. Я бы с радостью сказал, кто когда и зачем это говорил, но там договор не отношения, даже после увольнения и так далее. Ты же понимаешь, что там нету того же самого CryEngine, который был раньше. Лейджес я бы покрасил этот хат в зеленый цвет идеально. Не, ну, мне кажется, этот хат просто идеально под стилистику Иджиса вложится. Желтые облака не едят, а их вдыхают. Это не те облака. Чуть. Интересно, чё ж они Риту, зараза, не выкинули в золотом стандарте? А, то есть, получается, Тори в окно вывела трубу, да? У меня вот именно что не получится из... Я понял. Такс. А мне вот интересно, Циги дадут стартовый пакет с Таурусом? Открыла окно, и этого достаточно. Мне кажется, вызвало, что они выбрали движок, который априори не может тянуть большое количество объектов. А какой надо было выбрать движок в 2012 году? Движок 2012 года ни разу не изменился, что ли? Вопрос в том, какой они движок должны были выбрать в 2012 году. Вопрос в этом. Понимаешь, на тот момент Unreal Engine 4. Но, насколько я помню, в октябре месяце он еще находился в альфе. Какой еще? Что можно было предложить? Остаются крайтеки? Я не говорю о том, что эпики тогда брали какой-то процент такой немалый. Я думаю, что это за прекрасный женский голос? Привет! Я тебя в игре начал искать вообще-то. Пойдем ронять 600-ку. А ты со мной на сервере? Да. 19-й ангар. Так. А, блин, а нафиг я ангар открыл? Сейчас, секундочку. Думаешь, 600-ка более крепче? Не попробуем, не узнаем. Окей. Так, какой ангар?
Еще 19-й. Раз. Сейчас, бегу. 19. Сейчас, если начну на Юнити бузить, тут еще Тори меня придушит. Не, Юнити говно. Да, да, ну ладно. Только Unreal в последнее время радует. Ну вот, то, что они демонстрируют, радует, а не сам движок, да? Ну почему? Внутри он то же самое. Ну посмотрим. Не, ну, то, что они с нанитами смогли сделать, так действительно вау. Наниты. Да, наниты. Я думаю, ребят, понимаете, у Цигов был хороший коллаборат с Крайтеками, скорее всего. Поначалу. И, возможно, Крайтекам было интересно, чтобы Крис, имея свой определенный авторитет, имея опыт за плечами в геймдеве, реализовал свой проект на их движке, потому что это была бы реклама. Так что, предполагаю, там были просто очень выгодные условия для того, чтобы запустить игру на CryEngine. Так, если я сяду, ты сможешь... Да, это же Турли. Слушай, а нейминг, есть имя? Или это на этом же, на ПТУ? Поэтому... Есть, ну, есть, посмотри. Да, просто что на ПТУ, отображается ли на ПТУ имя корабля? Ой, я об этом... Ты не там ищешь. Так, серийник я нашел, а где же 600-ки имя? Около кабины. Около кабины, ладно. Ты взлетай. Я запрос отправила, жду. Ну ты на ПТУ увидела имя, да? Да. Потому что я имя не вижу корабля. Нету? А-а. А, это не мой. Это не мой корабль. Все? Это те, что... Это из стека, которые дали. Дали для тестов, все понял. Да, это не мой корабль. Слушайте. Так, а где что открылось? Сверху, да? Да, сверху открылся. Слушайте, ну, CryEngine, я думаю, когда Крис выбирал с технической точки зрения, ну, скорее всего, он рассчитывал в первую очередь на релиз этого, Squadron 42. Для Squadron 42 его бы с головой хватило. Я могу сканировать. Точнее, не это, пилинговать. Сделали бы сразу на Unity, чтобы на мембилках шпилить. Ну, чего бы нет, да? Первые наниты были в сериале Stargate, только вот не помню. А, Дим, они, по-моему, именно были в этом, Звездные врата, да. Отряд Звездные врата 1. СГ-1.
край выбрал за красивую картинку, чтобы нам JPEG продавать. Слушай, ну... край, да. На тот момент CryEngine. Unreal стал интересным с выходом 4-го, и то после его ряда модификаций, не сразу. Вот каждый раз, слушая новую композицию Камачи, я думаю, блин, лучше он уже не сделает. А тут выходит новая композиция, да. И она еще круче. Слушай, ну, каждый раз на голову. Мне кажется, это отчасти связан коллаборат. И ты знаешь, когда он видит, например, вот это все, да, у него что-то рождается, и оно просто все в совокупности вот, создает ту иммерсивность, в которую мы сейчас вот попадаем. Да, музыка, звуки, графика, дизайн. В общем, все вот это вместе, и оно, знаешь, такое вот прям... Ух! В следующий раз рекламер возьмите. Да, уже брали рекламер, на нем фиг взлетишь. Что у нас там? Какая у нас там глубина? Глубина у нас 53 тысячи. А, еще лететь. Можно вот так вот сделать. Ну, я энергию всю на щиты отправила. Не знаю, насколько это действенно будет. Думаешь... Пронырнуть должны, щиты должны выдержать. Да кто его знает, я на тропе не тоже ставила щиты, но ниже 20, нет, 17400 он так и не опустился. Ну вот, мне тоже кажется, что особо. Как здорово, что теперь появился перегрев. Теперь хотя бы эту полосочку видишь. Угу. Вовремя кнопку можешь отпустить. Отпустить. А до этого было непонятно. Такое складывалось впечатление, что ты летишь на самолете 30-40-х годов, который должен... это. И то там хотя бы был уровень, это, температура масла показывалась. А так да. Все корабли на одной высоте лопаются, проверяли уже. Слушайте, ну есть ребята, которые смогли добраться до нулевой точки Крусейдера. Но мне кажется, это благодаря тому, что они словили 30 тысяч, скорее всего. И летели дальше в этот момент. Именно 30к, ну вот видишь. А, именно на 30к лопались, странно. А куда вы там ныряете? В Crusader. Тридцать семь. А ты человеком прыгал? Да, он быстро умирает. Даже в тяжелой броне? Угу. Сколько? 31. Советуют уменьшать угол для более плавного спуска. Да, Дима пишет. Я думаю, это не работает. Можно кто-то попробовать. Кто-то же там воду... жидкость какую-то нашел вроде как, да? Там не жидкость, а такой вот... этот, как его...
Фиксура, короче, такое, понял. А это прикольно. Это что такое было? Ты видела? Это что такое? Это сканер новый? Ну да, это я пилингую. И оно бьет, как будто там есть что-то, ты поняла? 25, 24. Сотка смотрится прям мистически красиво. На фоне музыки тумана. Там ядро есть. Ну вот. Получается, там ядро. Двадцать одна. Можешь попробовать. Угол менять. Но я не думаю, что это нам поможет. Сейчас оно сугол всего 10 градусов. Ну, посмотрим. Так, смотри, как видишь, мы вот как это все поменялось. Вот по пилингу. Видишь? По-другому совсем. Включите фары, вдруг там кит. Да. Что я включила фары, что выключила. Ничего. Разницы никакой. Разницы никакой, да? Ну, понятно. Самые мощные фары, по-моему, у Джампа, да? Ну да, есть такое. Так, что там? Сколько? 19. И идем мы по очень пологой траектории. 5 градусов всего. Что это за лампочку нашел? Как это? Точка белая, непонятная. Вот ты ее тоже видишь, да? Угу. Так это как раз центр. Мы же сейчас головой вниз висим. У реклеймера самый большой прожектор тебя пишет. А, это у этого мусорщика? Угу. Кстати, а ты на щиты перекинула, да? Угу. Всю энергию. У меня отобразилось, что ты энергию всю перебросила на щиты. 100%. А раньше так не работало? Работало, потом не работало, и теперь опять работает. Ну, значит, в лайве опять будет не работать. Ну, я думаю, как раз в лайве оно будет работать. А вот через пару патчей могут опять поломать. 18. Ух ты, кораблик начинает колбасить. В смысле? Управление? У меня прям начинает подергиваться, да. А-а-а. Такое как сопротивление ветру, да? 17. А стреляет? Нет, не стреляет. Семнадцать семьсот.
карабин мой взорвался уже. Циги, дайте уже полетать, отправьте вторую волну на ПТУ. Держитесь. Вы сильные, ребята. Сколько? 17 100. На 16 900 лопнем. У меня Тарапин лопнул на 17 700. Угу. Это самый... 16 937. Ну вот. Это было интересно. Да, сейф-зона была. Да. Такс. Ну, рекорд побили, наверное. Почему минус интернет? Еще стрим идет. Ну, у меня, по крайней мере, на ОБСе падение было интернета. Так, не-не-не, Тори, не надо давать. Она меня не убивала, я сам согласился. Так, а Тори стримит, некоторый привет ей. Некоторые Игорь тебе привет передают. Виктория. А, чего? Я что-то пропустил? Да, тебе привет передают. Ты, кстати, стримишь сейчас? Хорошо. Нет, так куда там? Я же с 9 до 9 работаю. Понятно. Окей. Мне там с Слиперсом надо переговорить, а все никак не получается. По анимации, да? Ну да, мы там делаем одну интересную штуку. Да-да-да, я понял, что. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать наш сегодняшний с вами стрим. Завтра, опять же, возвращаюсь, если кто-то пропустил. Завтра, если корпус приходит в первой половине дня, то, скорее всего, завтра не будет стрима. Если во второй половине, то стрим завтра будет, тогда в четверг не будет. Корпус для стрим-машины планирую заменить. Так что всем огромное спасибо, кто поддержал. Вот, без вас этого всего бы не было. Спасибо за ваши просмотры. Ребят, за финансовую поддержку, за ваши лайки, за подписки. Не забывайте оставлять свои комментарии, пишите, что еще проверить на ПТУ 3.14. Тори, тебе огромное спасибо за пати. Да, конечно. Здоровья. Зовите еще. Хорошо. Спасибо тебе большое. Так, ну что, друзья, всем до следующего стрима. Всем пока. Новости пока. Посмотрите. Посмотрите новости.